сам с Казахстана, родной город Астана, столица Казахстана. Это, можно сказать, центр Казахстана. Там и холодно, и жарко, все времена года есть, что летом очень красиво, и зимой очень красиво. Ну, я бы показал возле города Астаны, это курорт, можно сказать, Боровое, очень красивое место, много деревьев, можно сказать, похожих на гор, серпантины есть, я бы показал еще Алмату, вокруг Алматы очень много красивых мест, я бы показал еще Шымкент, очень-очень-очень красивый, можно сказать, старый город тоже. Тоже очень много мест старых, красивых, да и новые тоже. То, что построили, здания тоже красивые. Я могу посоветовать поехать в Кульсай. Это место очень знаменитое место, находится в Алмате. Также здесь есть очень озеро, горы. Можно любое время, любой сезон можно поехать. Летом, зимой, осенью и весной. Я бы посоветовал бы от столицы Казахстана Астана. 200 километров расстояния есть прекрасный город, называется Бурабай. Там очень красиво и очень много легенд об этом месте. Туристы приезжают летом, именно в сезон, но зимой там очень красиво, зимой прям прекрасно там. Потому что снег, там горы, во-первых, очень много деревьев, и когда снег лежит на деревьях, это очень красиво. Ну, вообще мы гуляем каждый день. Вечером исторические Тяньаньмэнь, Ихэюань ездили, тоже очень красивое историческое место, это прям культура Китая, старинные здания. Новые места Санлитун ездили, еще такое русскоязычное население, наверное, знает Яболоу. Я был в Тяньцзине, мне очень понравился Тяньцзин. Там очень все дешево, и к тому же людей очень мало. Потому что в Китае я заметил, в Пекине, то есть, людей очень много, и везде там очередь, а там как-то все проще.